Вот такая икона у нас, 40-мученика в Севастийском храме. Очень необычная. Не так давно появилась она у нас. Сегодня она украшена такой цветочной композицией красных тонов, так что красный это цвет мучеников обычно всегда. Сегодня литургия была, прежде священных даров служилось. Всегда в этот праздник, даже если он выпадает не на среду и пятницу, Великим постом служится литургия прежде священных даров. Солнечный день сегодня, хороший праздник. 40 мучеников севастийских. Вообще обычно где она висит, у меня в храме? Здесь. А вот на этой стене, да? Да. Здесь получается слева от распятия рядом, да? Да, да. Здесь вот. Угу. Так что если кто-то вот хочет помолиться 40-мучеников в другие дни, здесь вот слева от распятия в нашем храме висит эта икона. Вот и наши первые цветочки. Здесь эта клумба маленькая, но все время свет сюда падает солнечный. Поэтому на ней снег быстро сходит. Первые цветочки всегда здесь.